Приветствую вас, и условно говоря, чтобы забыть старые отношения, нужно их осмыслить. То есть отпустить обиду, понять человека, перестать испытывать к нему негатив и извлечь опыт из того, что с вами произошло. Выполнение всех этих условий, а также активная настоящая жизнь, то есть следование своим влечениям, желаниям, получение новых впечатлений, эмоций, активное общение с другими людьми, собственно говоря, выполнение задач, которые вам важны, общение с противоположным полом, дабы вновь осознать себя желанным, интересным и так далее. Все вот это поможет вам, собственно, добиться той цели, которую вы себе ставите. Другое дело, что и отпустить обид, и переосмыслить происходящее с вами, и получить опыт, который неизбежен в этом случае, у вас самого может не получиться. Ну, потому что вы субъективны, вы находитесь внутри этой ситуации и не можете посмотреть на нее как бы снаружи. И вот этот момент не позволяет вам сделать то, что нужно. Не позволяет вам, например, понять человека, с которым у вас не получились отношения, допустим, да? Не позволяет отпустить обиды на него, не позволяет получить какой-то опыт, скорректировать свое поведение, не позволяет вам, по сути дела, жить дальше. И вот для этого и нужен, собственно говоря, психолог, чтобы помочь вам справиться с тем, что вы не можете. То есть, допустим, вы получили опыт, вы поняли, как там нужно поступать, как не нужно поступать, а вот обиду отпустить не можете на человека. Или, например, вы уже перестали обижаться и опыт получили, а все равно в нем нуждаетесь, в этом человеке. Потому что есть тогда некая потребность у вас в нем. Потребность, которую вы не осознаете, которую вы принимаете за любовь, за чувство. И вот эта неудовлетворенность, она мешает вам забыть свои старые отношения. Как видите, проблем может быть несколько, они качественно разные, и в зависимости от того, в чем состоит препятствие для того, чтобы забыть старые отношения, начать новые, строится работа с вами, строится взаимодействие с вами и помощь вам. И поэтому для того, чтобы реально добиться той цели, которую вы себе поставили, ответив на вопрос, который вы задали, нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним персонально, поработать с ним приватно, чтобы уже непосредственно проработать вашу проблему, избавиться от нее и, собственно говоря, жить дальше так, как вы того хотите, как вы того желаете, жить счастливо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.